Всем привет! С вами дядя Володя Страшный и очередной вечер с нашим проектом «Белочка», но, естественно, в гараже. На улице уже темнеет, там ходит наш друг. Эй, иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Хватит! Ну хватит уже! Иди! Иди сюда! Иди ко мне! Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне, мой пес, иди сюда. Иди сюда. Да хватит, не кусайся. Не кусайся, не кусайся. Ай ты пес. Вот, ребята, у меня такой помощник. Неугомонный. Мне бы столько энергии. Мне бы столько энергии, я бы столько мотоциклов бы сделал. Отвяжись. Тихо, все, 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 все. Успокойся. Ты моя псинка. Ты моя псина. А ты что, чуть не откусил, а? Пошел вон! Ну и так, после этого стресса, короче, я намерен все-таки найти пружинку какую-либо, чтобы сделать нам вот эту подножечку. В общем, пружинку надо там изыскать на чердачке. Потом в планах. Что же у меня в планах? Не, ну буду делать помаленьку там, то все. Что буду делать, то буду делать. Вот такие вот планы у меня. Уже Иван у товарища нашел спидометр яловский. Ну, как бы панель. А спидометр мы ижевский поставим, будет работать. С приводом трос, все там. То все. Все как положено будет. В общем, будет красиво. Жалко, вот эта штука не подходит. Ну, жалко для меня. То есть, видите, тут фара с крылом впритык, а здесь есть зазор некий. И вот она не становится. Так бы, может, я поставил бы. Ну, не ставится, да не ставится. Повесим ее на место. Вот. Ну, в общем, и ручку газовую надо найти. Правильную ижевскую. И вот эту грипсу переставить. То есть все просто, все элементарно. Ну и, конечно, с жимками поколдовать с жимками. Ну, достаю с чердачка по одной коробочке, изведаю пространство жизненное, может быть, в общем, в надежде найти пружинку. Чего тут не найдешь, пружинки пока нет. Ну да, и кстати, сегодня я заехал в магазин, купил вот четырехтактное минеральное масло для своей газонокосилки, потому что трава уже подрастает, надо будет сменить масло в этом сезоне и заняться кошением травы. Купил два болта, теперь я их уж наверняка отпиливать вообще не буду, поставлю так целиком. Но это то о том, что вчера я загубил, отпилил лишнее. Ну и вот купил сантехнический скотч 50 на 50 метров, то есть 50 миллиметров на 50 метров. Вот такой. Будем обматывать корпус сидения. Такие вот дела. В общем, продолжаем искать пружину. А комары кружат. Кружат. Так, ребята, снимаю, просто поверьте, что снимаю я просто это все для вас. Для меня, в общем, я сам могу просто покопаться, что-нибудь выбрать, прилепить, и похер. А вот так как бы я вроде как с вами совет держу. В общем, по газовым ручкам. Вот новая, да, грипса с комплекта вот уже стоит. Но это от скутера. И диаметр, по которому будет натягиваться тросик, очень маленький. Относительно ижевского. Посмотрите, да? Вот диаметр вала, на который будет наматываться тросик. В общем, за определенный проворот здесь троса намотается больше и дастся, поднимется выше заслонка, дастся больше газу, чем вот здесь. То есть это вот более короткогазка, это длинногазка. Ну и
посему и она еще тут не подходит. Мы хотим поставить просто вот эти вот штучки, типа от Юпитера 3 или от Восхода, я не знаю, чего это. И вот, в общем, берем ижевскую, вставляем вот так вот. И наблюдаем, что она сюда подходит. Естественно, она подходит, вот упирается вот здесь, вот, вот этим упором. Вот так, раз. Все, цепляйте тросик и все газуете. То есть, вот на эту вот ижевскую надо одеть вот эту грипсу. Ну, предварительно ее снять вот с этой вот, с этого пластика. Ну, сейчас мы этим займемся. Ну, пока мы будем этим заниматься, хочу сразу, пока тут все это лежит, ждет нас, сказать, вот жимки, да, это чизетовские жимки, вот, значок чизета, вот, ну, это корпус, а сам жимочек, вот, ручка, это вообще ижевская. Вот же он вообще весь в сборе. То есть можно вот так вот поставить, можно ручку поставить. Можно просто ижевскую поставить, ну, подкрасить ее, болтики поменять, вот это вот весь срам убрать, будет ижевская. Вот у меня вторая нормальная есть, вообще нормальная. Ну, немножко другого конструктива, видите, такая вот лапа такая. Вот, значит, можно поставить от старого ижа, второй модели там, вот такой, вот такие вот хромированные, то есть сюда подойдут эти жимки, они сюда подходят, ставятся, все по фэншую, вообще будет красиво, да? Смотрите, вообще, болтики сюда хорошие купить, с нержавеечки, забубенить, вообще будет отлично, да? Я считаю, что да. Вот, можно купить китайские за 500 рублей, но при падении вы будете вот иметь вот такое вот горе отсутствия жимка. Китайские не хочется. В общем, два варианта. Либо чизетовские. Ну, чизетовские придется колхозить. На чизетовские придется колхозить ручку ижевскую. У меня второй чизетовской ручки нету. Одна есть, второй нету. Вот. Либо поставить вот такие вот старинные, хорошие хроми. Вообще вещь. То есть вот так вот, да? Или эти. В общем, газ у нас будет вот этот. А потом, значит, будет, скорее всего, переключатель яловский вот здесь будет стоять. Он будет функцию глушения двигателя делать. И, скорее всего, включение фары. Вот, что-нибудь так. Как-нибудь так. Вот так. То есть все будет элементарно, просто. Но повороты, естественно, работать не будут, они мне 100 лет не нужны. Минимум проводки будет, вообще один провод идти сюда, в фару. Я эту проводку вытащу, просто один проводок пущу. Плюс на одну нить сделаем, чтобы он светил тут средний, дальний, ближний. Ну, как вот положено. Ну и все. В общем, а я продолжаю искать пружину на боковую подножку. Но, кстати, я уже поставил вот на неотпиленные болты вот эти вот подножки. Вообще, скажите, классно получилось, вообще вещь. Ну, судя по всему, я снял вот с этой вот крутилочки грипсу, вот она. И, в общем, нам нужно правильно расположить ручку вот эту многошетки. Но если будем учитывать, что мы будем трос вниз спускать, комары кусают вот так, то значит, что не вперед же мы трос будем пускать, а вниз. Ну вот так, чуть-чуть вот так. В общем, этот прорезь будет параллельно вилке. И поэтому будем сейчас надевать правильно грипсы. Ну, думаю, что вот этим вот рисунком вперед. Не вверх,
не вниз, а вперед. То есть, ну вот у нас вперед вот эта вот часть упорная, и значит перпендикулярно вот это вот облой. То есть вот так будет. Все, одеваем. В общем, буду ставить вот эти. И значит, что у нас? Ну, куплю сюда болтики. Я так считаю, что это М5 или М6. М6. Комары грызут. Это М6. Куплю с нержавеечки, правильные. Значит, ижевская вот эта вот ручка газовая. Она не встает вот в это вот. Короче, низ встает, низ. Ну, потому что внизу диаметр меньше, да? А вот этот больший диаметр, он вот сюда, вот в верхнюю часть не вмещается. Он зажимается слишком. Вот, видим, да? Не садится. В общем, буду искать яовскую ручку газовую. Ну, от старушки. И, значит, это самое. Ну и все. Надоело мне все. Пойду домой. Пойду видосики посмотрю. Пойду на эти самые сериальчики посмотрю. Смотрю сериал «Террор» про корабли английские, застрявшие во льдах. Смотрю сериал «Родина» американский про ЦРУ. И смотрю сериал «Дикий Запад». Ну, такой сериал. В общем, всем спасибо, всем пока. С вами был дядя Володя Страшный и проект «Белочка», стоящий на месте.